привет! Добро пожаловать на наш канал! Сегодня мы приготовим классическое итальянское блюдо, наверное, самое известное итальянское блюдо – спагетти болоньезе. Итак, сковородочка у нас разогрелась, наливаем немного оливкового масла. Теперь пошел у нас бекон. Сразу же за ним лук, все порезано мелким кубиком. Следом морковь. И стебель сельдерея. Так, сейчас все это хорошенько обжариваем. Итак, овощи с беконом вот так вот слегка обжарили. И теперь добавляем фарш. Здесь у меня половина свиного, половина говяжьего фарша. И теперь добавляем сюда фарш. И теперь обжариваем фарш вместе с этими овощами и беконом. Как вы уже заметили, у меня достаточно много ингредиентов, много фарша. Почему столько много, объясню. Потому что этот соус, это рагу болоньезе, его очень хорошо можно готовить впрок и потом замораживать. Оно после заморозки абсолютно не становится хуже, даже еще немного лучше становится вкус. Просто потом нужно медленно его потихоньку разморозить. И так, когда нету времени, запланировали что-то, достали, заранее разморозили, сварили какие-нибудь макаронные изделия, или любой рис, там гречку, что угодно, лазанью также. Если что-то делать, этот соус довольно-таки долго готовится. А так, когда он у вас уже есть замороженный, уже можно быстро потом что-то приготовить. Поэтому, если я готовлю этот соус, я сразу готовлю 2-3 порции. Поэтому вот выглядит так много. Но если вы захотите приготовить одну только порцию, то потом мой рецепт можете там располовинить, потому что я буду писать все ингредиенты в инфобоксе на вот это количество. Итак, фарш наш обжарится. Между временем выпустил сок. Нам нужно сейчас дождаться, когда весь этот сок испарится, и чтобы фарш хорошенько обжарился. Итак, фарш наш обжарился. Вот так вот он выглядит. Поджаристый, ароматный. Теперь добавляем красного сухого вина. Немножко его выпариваем. Минут 5. Итак, прошло 5 минут. Алкоголь весь испарился. Можете не переживать, давать детишкам. Алкоголя там уже не будет. Останется только вкусные кислоты от вина. Теперь добавляем пару ложечек томатной пасты и хороший крепкий куриный бульон. Ссылочку, как сварить и хранить такой куриный бульон, я оставлю в описании. Заходите, смотрите. Теперь добавляю сюда пару зубочков чеснока, просто раздавил их. Свежий орегано, ну можно взять, если нет свежего, можно взять и сушеное, тоже нормально. Соль. Один лавровый листик. И черный перец. Теперь все перемешиваем. И вот в таком вот виде накрываем крышкой и на медленном огне оставляем тушиться 45 минут. Через 45 минут будет готово. Медленно-медленно, чтобы еле-еле булькало. Если есть время, даже час потушите, будет еще даже лучше. Итак, у нас прошло 45 минут, наш соус готов. Вот так вот он выглядит. Такой вот классный. Аромат просто бомбический.
И сейчас я уберу часть этого соуса в сторонку. Потом он у меня остынет, и я его заморожу. Ну а часть сейчас мы с вами продегустируем. Вернее, продегустирую я, но вам придется мне поверить на слово. Ну и тем временем спагетти наши тоже готовы. Берем вот так вот прям с кастрюльки и опускаем их в соус. Ни в коем случае спагетти никогда не промывайте водой. Вы смоете весь крахмал, и спагетти будут никакие. Вот так вот теперь смешиваем нашим классным насыщенным соусом. Ну и так, давайте теперь наберем тарелочку. И сверху вот так нашего замечательного соуса. Теперь сверху еще немного пармезана свеженатертого. Вот так вот. Оливковое масло. Орегано. Черный перчик. И все, ребята, наша спагетти болоньезе готова. Давайте, друзья, снимем пробу, посмотрим, что за вкуснотень у нас получилось в этот раз. Вот такая вот обалденная паста. Как в Италии, друзья. Попробуйте приготовить вот такую вот спагетти болоньезе. И вы навсегда забудете про всякие пакетики Магнум, Knorr, которыми многие пользуются, разводят там с водичкой, с фаршем, и думают, что это болоньезе. Вот это вот настоящая болоньезе. Советую вам приготовить, несложно, немножко времени, да, но результат того стоит. И на этой вкусной ноте я буду с вами прощаться. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, всем пока-пока!